Уважаемые слушатели, вы присутствуете при уникальном событии. Я веду прямой репортаж с открытия филиала Starbucks внутри моей головы. Внутри моей головы бригада разнорабочих убивает сваями в двух полушариях. За левым ухом устанавливают неоновую вывеску и стеклянные двери. Русалка с логотипа подмигивает и заливает кленовым сиропом огонь, опустевшую глаз. На плечах моих выстрелилась очередь клетчатых рубашек с макбукэром. Наперевес один из нетерпений, зацепившись за тоннель, влез в ручную раковину и твердит что-то про передачу о здоровье на первом. Далее повело дорожку в столице, от Мосгорма до канала, чечены из-за отсутствия имплантантов до пустыря, заросшего заброшенными киосками, его вырытые траншеи, это канавы, в которых сможешь спрятаться от собак, как одноглазый герой Кензабура Оэ, разглядывал обратную сторону листьев визила, как шейка хоббитов, спасаясь от Назгула, сдерживала дыхание, сдерживала смех, сдерживала рвоту. Дыхай, Даня! Да нет, вроде зрачки нормально реагируют на свет. Если позвонить, дверной звонок потечет слюна. Со свистом вырвется воздух из легких, и на улице погаснут все фонари, внутри столбов которых умирал каждый второй. Это не аптечный ковбой, это все умрут, а я осталось. Буду показывать уходящий закат героям средний палец, слово не воробей. А попавший в крутой эпике воин, словно за штурвалом его сидит человек, с трудом получивший высшее образование, с трудом выговаривающий, с трудом объясняющийся без использования штампов. Это не тампа, это кандапога, это не дым от бонга, а сумеречный айс.